я вас дуже прошу, вже присаджуйтесь. Ми раді сьогодні вас бачити на захисті. Це означає, що це фактично останній крок і крапка в навчанні групи Full Stack 5. А також ми вирішили скористатися цією подією, оскільки Full Stack зараз випускаються не так часто, як, наприклад, фронтенди. Ми вирішили додати ще кілька комерційних проєктів. Хтось з вас чув, хтось з вас особисто приймав участь, але у нас є у студентів можливість створювати комерційні проекти, якщо вони встигають з навчанням, якщо вони вчасно здають усі свої обов'язкові академічні завдання і також вчасно виконують степ. От саме два таких проекти ми маємо сьогодні змогу показати, тому ми їх будемо чергувати. Так? Спочатку ми покажемо вам один з фінальних проєктів групи Full Stack 5, далі два комерційних і завершить знову ж таки нашу сьогоднішню зустріч фінальний проєкт ще одної підготовки Full Stack 5. Про що хотілося сказати? Сьогодні у нас присутні гості. Це хороша традиція, коли ми запрошуємо, ми насправді дуже раді, коли до нас приєднуються члени наглядової ради. Більше того, у нас сьогодні вперше буде практикуватись так званий дистанційний формат, тому що є три компанії, які дуже хотіли відвідати цей захід, але, на жаль, у них не було такої можливості через те, що це понеділок. Тому сьогодні ми скористаємось відеозаписом, і так само ці компанії чекають на ваше резюме і хотіли б побачити відеозапис. Це компанія «Жавера», у неї R&D-центр знаходиться в Чернігові і, скажімо так, найбільш кваліфіковані спеціалісти в Києві. На жаль, я ще не з'ясувала, але я вже точно знаю, що один із наших випускників попередніх випусків працює в їх R&D-офісі в Чернігові. І, власне, таким чином ми познайомилися, вони на практиці зрозуміли і отримали хорошу рекомендацію про наш навчальний заклад. Ще одна компанія, з якою ми тривалий час ведемо діалог, це компанія Cognans, яка також чекає на ваше резюме. І компанія SimCorp, на жаль, теж представники не змогли брати участь у сьогоднішньому зустрічі офлайн, але все-таки сподіваються отримати запис і, знову ж таки, ваші резюме. Я б хотіла попросити Аню представити компанію, яка сьогодні з нами. Це компанія Impultec. Так, сьогодні у нас присутствують гості з компанії Impultec. Я б хотіла, щоб ви представились, немножко сказали пару слов о себе ребятам. Также они вот будут давать сегодня максимально открытый, надеюсь, фидбэк и задавать вам вопросы, поэтому готовьтесь. Всем привет, меня зовут Андрей, я являюсь учредителем компании, также со мной рядом сейчас был партнер Александр Платов. Мы на рынке около 3 лет, разрабатываем различные проекты mobile и web development. В основном это enterprise проекты. Сейчас планируем разрабатывать свой продукт и ищем команду хороших специалистов. Спасибо большое. Я попрошу команду відчувати себе як вдома, самостійно представляти себе і розповісти про свій проєкт. Добрий вечір, господа, колеги. Ми дуже раді привітати вас на нашій защиті представлення нашого проєкту. Він є квінтесенцією нашого 12-місячного навчання за IT в курсу по програмі Full Stack. Вот. Що би хотілося відмітити? Мы хотим, чтобы это стало нашей отправной точкой в начале карьеры как IT-девелопера. Мы молодая, амбициозная команда. Вот. Никто из нас несколько лет назад не мог бы и подумать в IT-разработке, о работе в этой сфере. Сегодня мы здесь и рады, что вы с нами. Что ж, немного о нашей команде. Валерий Трапезников. Андрей Бугов, Олег Николаев, он с нами мысленно, Олег Титаренко, Алексей Лещенко, Константин Ельский, Алексей Иванов.
никто из нас, еще раз подчеркиваю, не имел опыта коммерческой разработки до сегодняшнего, ну, до этого проекта. Поэтому полноценно могли участвовать в проекте, отдавать все время 3 человека. Остальные участники нашей команды работали над какими-то отдельными проектами и выполняли их. Ну что ж, немного о нашем проекте. Идея проекта возникла, во-первых, название этого проекта iTraveler, интеллектуальный подбор водителя и пассажира. Возникла идея у нас из жизни, мы ее подчеркнули, существует много телеграм-каналов, WhatsApp, Viber, где люди договариваются о встречах. То есть, что это такое? Существует проблема. Из пригорода добраться в город на работу, из города в пригород вечером. Переполненные троллейбусы, автобусы, переполненные электрички. Люди находят выход. Они договариваются между собой. У кого-то есть автомобиль, у кого-то есть желание быть подвезенным. И они договариваются, встречаются и едут. Почему у нас возникла идея именно такого проекта? Не всегда происходят сбои, какие-то обстоятельства, которые не позволяют им комфортно добраться. Мы подумали, что мы можем автоматизировать этот процесс подбора водителя и пассажира, чтобы это происходило просто по мановению, нажатием одной кнопки. Какие у нас преимущества этого проекта? Пассажиру очень легко найти автомобиль. Он свое время планирует намного эффективнее, лучше и проще доехать. Имеет очень комфортабельные условия в поездке, потому что это не в переполненном транспорте. Ну и практически это происходит за те же деньги. Для водителя очень легко найти пассажира. Он свои затраты может уменьшить, сократить в этой поездке. Но опять же, не скучно, потому что это есть компаньон, который проведет, будут поддерживать какую-то беседу. Ну что ж, еще хотелось бы отметить. Мы создавали этот проект около 12 недель, поэтому просим вас не судить строго. Ну что, немного о технологиях, которые мы использовали. Значит, для бэкэнда мы использовали Java, Spring Framework, Boot MVC GPI, Amazon PostgreSQL, Amazon S3, Amazon EC2, Swagger для документирования. Для разработки мы использовали Postman, H2. Frontend React мы использовали для карты, для отображения маршрутов. HereMap API, Material UI, пользовательский интерфейс. LiveSearch организовали поиск на 3 языках, русском, английском и украинском, точки, откуда, куда маршрута. Мы еще подключили Speech Recognition API, что можно и голосовой поиск есть. Но OpenVersion API обязательно, даже без погоды в любом приложении. Для аутентификации мы использовали токены, только это была реализация. Мы посмотрели Spring GPI и сделали свою реализацию токенов. У нас есть Refresh токены, Access токены, они обновляются, приходят, каждая страница, переход страницы сопровождается вместе с токеном. Firebase Application API мы использовали для подключения социальных кнопок Gmail для того, чтобы облегчить регистрацию нашего приложения. Использовали версии, для контроля версии мы использовали GitHub в качестве Travis CI, Styliner тест и запускались тесты. В качестве project management у нас мы работали по технологии Scrum, использовали Trello Board, где делились наши задачи, распределялись между участниками команды. Также у нас были спринты, у нас были стендап митинги и спринт планинг. Ну что ж, давайте перейдем к нашему приложению и покажем, что оно умеет.
Я приглашу Андрея для того, чтобы он мне помог вести дальше эту презентацию. Валерий нам сейчас поможет. Так, пару слов. У нас еще есть landing page, то есть с помощью которого пока что желающие могут загрузить наше приложение, перейти к нашему приложению и использовать его. Вы знаете о нем чуть больше, о его возможностях и о том, что оно собой представляет. Также мы можем ввести опционально машины, потому что, ну, поскольку приложение направлено на то, чтобы сводить вместе водителей и пассажиров, соответственно, у человека, возможно, есть машина, то мы можем ввести машину и удалить ее при желании. Свайпом это делается. Адрес с номером дома и улицы, но все это можно редактировать, естественно, вручную.
Теперь, когда точка отредактирована, пока точки не отредактированы, пользоваться ими нельзя, то есть, ну, система предложит их отредактировать. Когда точка заполнена, можно по одному нажатию перейти на... Мы получаем маршрут под непосредственно нашего местоположения, где мы находимся сейчас, вот того места, где мы находимся. Вот сейчас мы... Значит, мы попадаем на страницу регистрации нового маршрута. Здесь мы можем выбрать дату маршрута. То есть это может быть как прямо сейчас, так и в будущем планированное. Запланированное поездка и время. И роль выбрать пассажир или водитель. Да, здесь мы можем выбрать роль пассажир-водитель, поскольку база, естественно, ищет совпадение только водителей с пассажирами и пассажиров с водителями. Для построения маршрута. Для совмещения маршрута. Здесь мы попадаем на страницу как раз совмещения маршрута. База предлагает варианты маршрутов людей, которые едут в ту же, ну, в те же координаты, либо в похожие координаты. При этом она отсортировывает маршруты по степени совпадения, то есть вверху идут маршруты, у которых процент совпадения больше, и постепенно ниже. И ниже процент совпадения все уменьшается. Мы можем просмотреть маршрут наш, отрисовывается синим, маршруты людей, которых нам создают как попутчиков, отрисовываются оранжевым. Сейчас мы показываем вам реальный вариант. Сейчас с другого компьютера мы зайдем по этому же логину и паролю. И зафиксируем маршрут. Как? Этот маршрут мы делали как роль пассажира, для пассажира. Сейчас мы зайдем по другим пользователям и сделаем по другим пользователям. Да, маршрут как будто мы водитель. То есть симулируем ситуацию, реально возникающую ситуацию. Как это работает? Ну, это регистрация по социальной кнопке Google. При этом Protected Route, страницы, на которые имеют доступ только пользователи, проверяют залогированность авторизации пользователя при каждом запросе на веб и при каждом переходе со страницы на страницу, которая является Protected.
на другом компьютере пассажир выбрал нас как водителя. А у нас этот маршрут посветился оранжевым цветом. Это значит, что кто-то хочет к нам присоединиться. Нас выбрали. Нас выбрали. Если мы подтверждаем этот выбор, то... Соответственно, и у нас, и у человека второго, он зеленеет, и мы можем, ну, то есть мы можем посмотреть его данные любыми. Но нам интересует и все только те, кто нам подходит. Если мы хотим других людей выбрать, то мы тоже отмечаем со своей стороны, что мы хотим взять еще вот этого человека, вот этого. И этот маршрут тоже нам подходит. И нажимаем refresh. Ждем, когда подтвердят с той стороны, что они тоже хотят нам присоединиться. В будущем это будет сделано через сокеты для системы ускорения, для избавления от кнопки Refresh. Да. Также у нас еще есть голосовые поиски. Подсвечивались экранчики в темноте, что-то типа такого. Мы хотим, чтобы были фидбэки на водителя и пассажира, чтобы они могли друг друга оценить. Мы хотим, чтобы... Для того, чтобы это была полноценная социальная сеть, мы хотим объединять людей еще в общем интересе. Вполне, да. Мы хотим их подбирать по общим интересам. Футбол, шахматы, что-нибудь еще в этом роде. Ну что ж, теперь вопросы. Спасибо вам. Скажите, как у вас система токенов работает? Да, мы посмотрели на GVT токены и как люди организовывают security. Мы выбрали модель, когда у нас есть два токена, XS и Refresh. Refresh живет у нас месяц токен, а XS живет 15 минут. И при каждом запросе на DESK и либо переходе на Secure Cloud у нас проверяется XS токен. А вы Oasis используете? Нет. Это наша реализация. Почему вы решили использовать свою реализацию? Ну, сейчас так получилось, что мы сделали свою. Ну, в принципе, можно, да, наверное, Secure. Это токен обновляется автоматически с фронта. Каждые 15 минут, для того, чтобы флоу какой-то был более гладкий, да? Но по какому протоколу это все сейчас будет? Ну, это мы обменимся только... Ну, и все, и CTP. CTP, да. И CTP, если делать. Ну, когда с токенами работаете, надо делать CTP, если... Вопрос такой.
проще. Вот как у вас происходит сохранение картинки? То есть процесс вот переводимый? Пересылается видео. Картинки, которые пользуются? Аватарки? Мы скачиваем картинку сначала в приложение, кропаем ее, за каким-то ориентиром, обрезаем ее, потом отправляем на проект в виде фотодейта. Фотодейта там, насколько я помню, B64. И как B64 он... Оно сохраняется в S3. В S3, да. И потом возвращается, в базе сохраняется только линк на S3, который мы потом показываем. Мы предполагаем, что это будет бесплатное приложение, то есть водитель с пассажиром, у них там свои взаиморасчеты. А, не переплатное приложение? Нет. У нас коммерческая составляющая, если вы об этом хотите узнать, да, мы предполагаем, что у нас дальше будут какие-то баннеры рекламные. Мы предполагаем, что мы будем под наше приложение набирать 50-70, у нас коннектов будет в день, то есть где-то 500 в месяц, соответственно, 1000. На 1000 мы выйдем 2-3 недели. И вот это наш порог, так сказать, стартап. Что еще, Валерий? Добавьте. То есть раскрутки за счет банка, за счет того, как процесс раскрутки это приложение? Тоже через те же телеграм-каналы, WhatsApp. Да, то есть нас уже существующие каналы. Мы его показывали вам, это живые, реальные группы, которые есть сейчас в Телеграме, в Вайбере. Вот. На них можно подписаться, например, там группы, в которых я состою, там от 300 человек есть уже. Вот. И в принципе, да, проблемы, с которыми не сталкиваются, ища водителей и пассажиров, они значительные. Если поток запросов очень большой, очень сложно в чате найти приложение. Договариваются они в отдельных личных чатах, что тоже не очень как бы удобно. Нету никакой помощи по их там совмещению этих маршрутов. Люди догадываются, где они встретятся и где они расстанутся. Чаты не совсем для этого предназначены. Какими помощи? Вот. Возвращаясь к стоимости поездки, сейчас это стоимость билета на автобус. Вот как бы водители согласны с этим, и пассажирам это тоже выгодно. Поэтому вот тут нет ценовых никаких составляющих. В этом приложении я могу оплатить свою поездку? Хороший вопрос, мы запишем обязательно. Давайте, водитель знал, что я заплатил. Абсолютно согласны с вами. Спасибо вам. Спасибо, что если вы можете. Спасибо. Да, и мы хотели бы, честно говоря, выразить отдельную большую благодарность коллективу данной IT и отдельно Андрею, потому что, честно говоря, без вас этого бы точно не было. Вы сумели действительно развить нашу имеющуюся уже любовь к кодингу, но вы сумели выписывать ее и сделать просто... Ну да, так что мы сделали с утра и до ночи, и это нам было не в напряг. И ночью нам помогали. Да, и ночью нам помогали. Отвечать на вопросы, которые за день возникли. Спасибо. Спасибо. Спасибо, будете говорить, как это трудоустроено. Пока мы заранее благодарность не берем. Так что ребята готовы. Спасибо. На самом деле мне очень нравится, вы в какой-то момент проекта пришли вот к очень правильному эмоциональному тону. Просто сохраните его, потому что у вас действительно классная работа.
А мне уже сотрудник сказал, что очень хотел бы показывать именно вашу работу на всех консультациях, да, то есть показать, как выглядит финальный проект на самом деле. Я думаю, что все сложится, работа действительно очень достойная. Спасибо. Вы классно поработали, так что спасибо вам огромное. Спасибо всем. Спасибо. Насправді дуже нелегко знайти комерційний проєкт через те, що небагато стартаперів насправді готові передати в студентські руки своє дитя і дивитися, що врешті-решт цього вийде. Але є декілька компаній, які свого часу пішли на експеримент, вони надали нам інформацію про те, як би хотіли бачити свій ресурс. І, власне, з допомогою команд дизайнерів і програмістів ці проекти були реалізовані. Тож, будь ласка, перший проект. Этапов, по которым вы следует акцентировать внимание.
начну, пожалуй, с валидации самой формы. Можно сказать, что валидацию можно написать было бы самостоятельно, но так как сроки немного поджимали, и коллективным решением было принято использовать готовый jQuery плагин jQuery Validate, в котором по факту уже все сделано, и нужно было только это делать, все правильно настроить. Также мы добавили маску для телефонного номера, которая позволяет, ну, пользователю ввести в привычном формате телефонный номер, и чтобы это, ну, все удобнее отправлялось уже на email. Далее к валидации стоит добавить, что если форма не полностью заполнена, либо пользователь какой-то импорт пропустил, Никита, даже еще раз заказать сейчас. Да, вот будет изначально показан alert с информацией, что нужно заполнить полностью всю форму. Поскольку нажмет ОК, подсветится тот импорт, который пользователь почему-то не ждет. Следующее, о чем здесь стоит сказать, это то, что все это дело, ну, должно каким-то образом отправляться на нужный нам email. Это было реализовано с помощью куска PHP кода, в котором немного потребовалось разобраться, но все получилось и все окей. Было создано шаблонное письмо, в которое приходили данные от пользователя, введенные в эти инпуты, и все это дело успешно отправлялось на email. Ну и последняя секция, о которой я расскажу, это секция с картой. Здесь были маленькие трудности с тем, что мы сначала хотели использовать Google карты, но так как Google с недавних пор ввели монетизацию на свои услуги, мы выбрали альтернативное решение в виде Mapbox. Mapbox, ну, это тоже фишка, которая предоставляет свои карты, которые можно свободно использовать. Здесь нужно выделить, что, ну, пожалуй, что нужно было в JavaScript указать координаты, место, которое будет отображаться на карте, выбрать масштаб и также добавить маркер, в котором должен указать долговую ширину, чтобы он указал конкретно то место, которое нам нужно. Еще к слову про Mapbox. Этот сервис даже в каком-то плане интереснее для Google карты, потому что вы можете реализовать свой дизайн как угодно, там можно добавить любые цвета, вы можете добавить вместо стандартного маркера любые картинки, которые вы только захотите. Поэтому, ну, это прикольно, это большой плюсик для Mapbox. И одним из самых сложных моментов на самом деле было реализовать вот эти замечательные формы, которые мы красиво называем гексагонами. Все как всегда, если разобраться, то все просто. Первым шагом было каким-то образом придать какой-то картинке форму, этим занимался Игорь, и он разобрался, как указать фигуре путь, по которому им надо следовать, чтобы адресоваться. Эти штуки были сделаны статично и залиты на первоначальную версию, которая появилась на сайте, на самом деле. Вот их было несколько, и последняя появилась минут 10 назад. Вот. И это все существовало каким-то CSS-кодом, который был прописан, собственно, в CSS-файлах. Потом, после того, как мы все-таки базовую первоначальную задачу реализовали и сайт был размещен все-таки на хосте, у нас осталось какое-то время и целая доля энтузиазма для того, чтобы вот эту всю красоту сделать с помощью SVG. Вот. И одним прекрасным днем сели всей командой, разобрались, как это сделать, реализовали, и следующим этапом было сделать SVG-анимацию, как вы могли увидеть при первой загрузке. Все это дело каким-то образом подтягивается, ну, естественно, картинка умеет иногда опаздывать. Вот. И во всех трех секциях это все дело реализовано. Вот. Как-то так. Это, в принципе, был, наверное, самый сложный этап, через который пришлось пройти, потому что отладка занимала бешеных усилий. К слову сказать, сайт адаптивный на мобильных устройствах. Было принято решение анимацию на мобильных устройствах отключить, то есть на планшетах она еще срабатывает. Все, что меньше планшетов, там уже это дело не работает.
у нас было два макета. Был макет десктопный и макет на разрешение 650 пикселей ширины. И все, что меньше, было уже собственными усилиями дофантазировано. Вот. Секции выглядят, в принципе, похожим образом, как это было на десктопной версии. На планшетах решили отказаться от фона на папках. Фактически изначально идея была оставить тапы поверх херцогона, как это было в секции хидера. Но это выглядело не очень хорошо, в первую очередь, наверное. Вот, поэтому решили это убрать. Ну, то есть очень сильно размывался эффект самого контента, то есть больше внимания определялось самому хексагону, что за ним находится, поэтому опускалось, в принципе, внимание пользователя, поэтому мы решили это убрать. И, в общем-то, пришли к порядку, который вы видите сейчас. Да. Вот. И это все дело становится меньше со временем. На этом, пожалуй, сюда. И, естественно, есть меню с рабочими диаграммными ссылками. Это возможность, в принципе, набрать прямо с сайта. Да. Небольшая инновация, но да, с телефона вы сможете сразу не копировать номер и перейти сразу к слову, если вам нравится. В десктопной версии, к слову, реализован банальный переход на англоязычную. Писан на язычный, можно вернуться через этот же селект обратно на русскоязычный версию. И обратно. На этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, рады услышать и ответить. Потом в процессе разработки уже был принят закон, готовый, и все об этом. Знаешь, сколько тщательно контролируется? Это более интересно. Как-то так. Да. Еще раз? Просадки по анимации бывают, когда картинка грузится дольше, чем идет анимация. Вот это единственное, чего не сделали, это запускать анимацию только когда картинка прогрузилась. Здесь просто очень медленный интернет. Нет, все чистяком сами. Анимация фактически это SVG анимация, это SMIL, которая уже в процессе была сделана. Только при загрузке страницы и при первом ее скролле. То есть ничего не происходит. Но она сделана только для того, чтобы вот этот создавался эффект динамической подгрузки. Да. На первом, ну, при первом просмотре сайта. Да. А вес всего Redis-а, сколько он весит, сколько он багов, конечно, около 6 гигабайт. 6 гигабайт? Да, совсем. Но это... Это приблизительно. Да, плюс-минус 1, наверное, с кодом. Мы использовали юзатор и пережали немножко сами компьютеры, чтобы это еще не уменьшить. Но в любом случае, так как достаточно, ну это лейнинг пейдж, в принципе, это все загружается один раз, то как бы не очень много этого модели. Если пережали, загрузили и имеют то, что имеют на данный момент. То есть у вас перевесли картины действия для мобильных и для... Нет, просто на самом деле сейчас одна. Нет смысла для мобильного переживать, потому что на данный момент нет разницы между ними. То есть если вы будете загружать листок мобильный... Скорость загрузки плюс-минус. Да, сейчас это не так решает, поэтому просто переживали максимально, оставили качество картинок и загрузили их на просто. Если вопросов нет, спасибо вам еще раз за внимание.
мене тільки велике прохання підтримувати такий оперативний темп. Всім привіт, мене звати Ярослав. Над цим проєктом працювало 6 людей, 5 студентів для IT і один наш ментор. В принципі, коли ми починали, ми поняття не мали, що таке SCSS, GALP і таке інше. Ми закінчили тільки базовий модуль, базову верстку, базовий JS, але з часом у нас було таке прискорене навчання, і в цьому нам допомагав наш ментор Денис. Цей сайт зроблений з допомогою Галпа, автоматичного таск-менеджера для виконання автоматичних завдань. І, власне, що почнемо? Почнемо, напевно, з самої верхньої частинки, з хедера. Згори у нас є навігація, 6 базових секцій і, напевно, найголовніша секція – індивідуальні тури. І ми, власне, виділили це іншим бекграундом, іншим фоном. Якщо людина дуже рішуче, одразу вирішила, що буде брати індивідуальний тур, може одразу натискати і переходити до тієї секції. Просто таким чином. Якщо людина хоче, користувач хоче перейти одразу на гору, натиснула, наприклад, на ту секцію, або щось хоче подивитись, можемо тиснути на цю кнопочку. Все дуже просто. І зліва у нас знаходиться логотип, справа знаходиться посилання на соціальні мережі, Facebook і Instagram. Звичайно, таке динамічне відео на початку для захоплення уваги нашого користувача. І також можна тут натиснути і отримати безкоштовний гайд по Києву. Заповнити таку невеличку форму, ім'я, а також емейл. Тут є валідація, якщо користувач буде щось неправильне, йому викладе, що така річ, власне, що треба ввести імейл і ім'я. Якщо буде все правильно, то він натискає send me. І, власне, можеш спробувати ввести, наприклад, будь-яке ім'я. І також якийсь імейл. І ми виходимо, що все прекрасно, з вами сконтактуюся, працюємо 2 години. Менеджер, такого 2 години, і можна закривати також клікаючи на тестик або поза поп-ап віконці. Таким чином. Переходимо нижче. Наступна секція нас розповідає про наші переваги. Коротко, що ми пропонуємо, ким ми є і чим саме ми. Наступна секція це буде. Це буде секція про наш персонал. Тобто, звичайно, потрібно познайомитися з персоналом по кліку на навігації імен змінюється картинка, змінюється ім'я. Просто наразі картинка одна, але вона змінюється. І в коді власне так прописано. Звичайно, коли натискаєш на якесь конкретне ім'я, то змінюється колір, стає активним і також змінюється наша стрілочка. По наведенню вона сіро кольору, а по натисненні вона стає активна і стає такого кольору, як у нас вводиться помрачення. Можна приходити до наступної секції. Наступна секція ми нещодавно бачили. Це наш безкоштовний гайд по Києву, який може отримати користувач. В них запишеться інформація про цей файл, скільки він важить, скільки сторінок, і так далі. Наступна секція – це
чотири кроки. First steps. Якщо ми якось не заповнюємо з цих опцій, то нам може натиснути, наприклад, next. І нам виділяється одразу, що, будь ласка, виберіть кількість днів і так далі. Можемо зараз заповнити, перейти до наступного і переходити до самого наступного. Тут все так само працює. Реалізовано за допомогою jQuery. Всі, до речі, всі слайдери у нас самописні. Ми не використовували жодних плагінів, jQuery, свіків. Тобто все зроблено руками. Так. Вибираємо, до речі, так, на рахунок нашої анімації. Якщо виділена, то хрестики перегортаються. Якщо ні, то він стає навпаки. Наступна. Можу вибрати орендувати автомобіль або транспорт в аеропорт. В принципі, найголовніша інформація основна. І що ти ще хочеш спеціально для себе, додатково якась інформація. Так. Далі заповнюєш так само ім'я і пошту, і переходить і вся інформація. Наразі інформація відправляється в, на пошту туристичної компанії. Відправили. Така розширена версія з додатковими можливостями.
що ще можна додати, що, в принципі, я думаю, найголовніше я сказав. А, так, і цей сайт адаптивний на мобільній версії, є на планшетній версії, виграється на 5 медіазаходів. Так що, ось так. Дякую вам за увагу. Команда ще залишиться у залі, вже ще залишається. Да. У вас буде можливість задати ті питання, які у вас залишились. І ми переходимо до останнього проєкту, тому що, власне, заради групи Full Stack 5 ми тут і зібрались. Тому я прошу вас, виходьте, поки я ще буду про вас розказувати. Наступний проєкт є також комерційним, і у цього комерційного проєкту є достатньо серйозний замовник. Коли вони приїхали на зустріч з нами, насправді для мене це було велике питання, чи можемо ми надати такий проєкт нашим студентам, навіть якщо вони випускники. Але група впоралася зі своєю задачею. Я думаю, що цей проєкт буде для вас досить цікавим. І він, дуже сподіваюся, що найближчим часом він буде таки реалізований, тому що саме такий намір і задум є зробити його великим комерційним проєктом в великих бізнес-центрах Києва. Я думаю, що хлопці трохи самі зможуть розповісти про суть і концепцію цього проєкту. Тож прошу. Добрый день. Меня зовут Стас. Вместе с командой Колей, Артемом и Димой мы хотим представить проект RyanUp. Идея проекта заключается в создании приложения, которое объединит актуальную информацию о месте, в котором сосредоточено большое количество людей. Например, это могут быть бизнес-центры, торговые центры или жилые комплексы. Думаю, всем знакома ситуация, когда вы приходили в новый торговый центр и долго выбирали кафе. Также, думаю, у многих в доме есть доска объявлений с большим количеством неактуальной информации или чат жильцов дома, к которому можно подключиться, только зная кого-то из чата. Приложение RyanUp призвано решить данную проблему. Для популярного места будет установлен монитор с сенсорным экраном, на котором будет отображено развернуто предложение. На данном экране мы можем видеть актуальную информацию о текущем месте. У нас небольшая проблема с интернетом.
На данном экране вы можете видеть актуальную информацию о текущем месте. Сейчас отображен экран для торгового центра Silverbreeze. В центральной части экрана отображен рекламный ролик, который релевантен для текущего места. В левой части вы можете видеть список событий, которые проводятся рядом с данным местом. События могут быть любой категории, например, это открытие нового ресторана в бизнес-центре, распродажа в магазине, проведение конференции и так далее. При нажатии на какое-то событие будет выполнен переход на страницу с более детальной информацией о самом событии. В верхней части находится меню с актуальным временем, погодом и состоянием на дорогах. Также есть список категорий, по которым можно отфильтровать компании, которые подключены к текущему месту. Идентификатор текущего места есть в адресной строке. Если мы изменим ID на 4, который соответствует ЖК парку, приложение отобразит новую информацию о всех компаниях и событиях, которые относятся к ЖК парку. Вы могли заметить, что изменилась также и структура главной страницы. Теперь в правой части отображается страница новостей, новости подгружаются с RSS, таким образом они всегда будут актуальны. В нижней части вы можете видеть список публичных сообщений, которые пользователи могут оставлять для уведомления других пользователей. Пункты меню для просмотра компании также изменились. Так как у разных типов мест разные задачи и потребности, есть возможность конфигурировать список доступных действий и компоненты страницы. Более детально расскажем об этом немного далее. Мы понимаем, что маловероятно, что современный пользователь будет проводить большое количество времени возле подобного устройства. Поэтому было разработано мобильное приложение, с помощью которого пользователь может подписаться на обновление конкретного места. Нас встречает страница логина, где пользователь может аутентифицироваться как с помощью логина-пароля, так и через Google, Facebook, используя OAuth-аутентификацию. Если пользователь не зарегистрирован, у него есть возможность провести регистрацию через те же Google и Facebook. После успешной аутентификации пользователю становится доступен контент приложения. На данный момент залогиненный пользователь не подписан на обновление ни одного из мест. И на экране отображается соответствующая информация. Для того, чтобы синхронизироваться с местом, необходимо считать QR-код, который отображен на главной странице экрана. В данный QR-код зашита уникальная для каждого места ссылка, которая направляет пользователя обратно в мобильное приложение. Выглядит это следующим образом. Есть возможность открыть приложение камеры. Считать ссылку и перейти по ней, после этого будет отображен страница логина мобильного приложения. Подождем, пока интернет нам это позволит. Так как с компьютера мы не можем прочитать QR-код, мы вручную введем ссылку. Пользователь уже залогинен, синхронизация будет выполнена сразу. Если пользователь не будет залогинен, будет отображена страница логина, и уже только после успешной идентификации будет произведена синхронизация с местом. После синхронизации пользователь попадает на домашнюю страницу, которая отражает ту же информацию, что и главная страница приложения на экране. Пользователь может посмотреть фотографии текущего места. Здесь отображена иконка, соответствующая типу текущего места. В данном случае это торговый центр. Чуть ниже находится список компаний и событий, которые подвязаны к данному месту. Хедер имеет эффект параллакса, при скроллинге он занимает фиксированную позицию. При клике на конкретную компанию будет отображена более детальная информация о ней, а также список событий данной компании. При клике на события будет отображена аналогичная информация с описанием событий и компании, проводящей его. Вверху расположена ссылка, возвращающая пользователя обратно на домашнюю страницу. Для более удобного просмотра списка компаний и событий есть возможность выставить фильтр по категории. Пользователь может быть подписан на несколько мест одновременно. Представим, что мы просканировали QR-код с экрана, который расположен в ЖК Парклин с ID4. Мы видим, что после синхронизации домашняя страница обновилась, подтянулись актуальные для текущего места изображения, иконка, обновился список компаний, событий и категорий для фильтра. Также добавились публичные сообщения, которые видны всем пользователям, также выполнившим синхронизацию с данным местом. Согласно текущих настроек, публичные сообщения были недоступны для предыдущего места, торгового центра Silverbreeze. Здесь пользователь может добавить свое сообщение. Мы видим, что наше сообщение добавилось. Так как это сообщение оставлено аутентифицированным в данный момент пользователем, есть возможность удалить именно это сообщение.
Переключение между синхронизированными местами происходит на странице Places. Здесь отражен список всех мест пользователя, при клике на которое будет происходить обновление домашней страницы. Также на этой странице можно отписаться от обновлений какого-то места. Пользователи, которые синхронизированы с местом, также могут отправлять личные сообщения, не публикуя их на главную страницу. На странице контактов можно увидеть список контактов для текущего места. Для места Silverbreeze установлена настройка, согласно которой список синхронизированных контактов скрыт для других пользователей. Вряд ли вы захотите, чтобы вам писали незнакомые люди, которые синхронизировались с тем же торговым центром, что и вы. С другой стороны, обмен сообщениями может быть актуален для жилых домов, где жители могут иметь возможность обмениваться сообщениями. При клике на контакт вы будете направлены на страницу чата с конкретным человеком. Чат реализован с использованием WebSocket, да, новые сообщения приходят без обновления страницы. Сейчас Артем выполнил вход с аккаунта Илона Маска, отправил сообщение, вы видите, что сообщения добавляются без обновления страницы. При выходе на страницу сообщений мы можем видеть все чаты, в которых участвует пользователь. Здесь можно создать новый чат как с одним контактом, так и групповой чат с несколькими контактами. Если чат с пользователем уже существует, вы будете направлены в уже существующий чат, но это не распространяется на групповые чаты. Также в мобильном приложении есть дополнительная страница с новостями, которые также подгружаются через RSS. Их можно фильтровать по категориям. И последняя страница – это карта, отображающая текущее местоположение. На данный момент она использует статические координаты. Как вы могли заметить, в мобильном и основном приложении есть довольно много динамического контента. Это и компании событий, их описания, фотографии и много другого. И у различных мест есть свои настройки конфиденциальности. Для возможности добавления контента и конфигурации приложения была разработана админ-панель. Для входа в админ-панель также необходимо пройти аутентификацию. Способы аутентификации полностью аналогичны мобильному приложению. Пользователь, который зарегистрировался уже в мобильном приложении, он также может войти и в админ-панель, не наоборот. В мобильном приложении мы проводили вход с помощью Facebook, при этом вот этот же пользователь может войти и в админ-панель. В данный момент мы проведем вход с использованием имейла, который привязан к Facebook. Если пользователь забыл пароль, он может сбросить его, нажав кнопку «Forgot Password». Укажем здесь адрес, который привязан к Facebook. И теперь нам должно прийти сообщение с ссылкой на сброс пароля. Ссылка содержит уникальный токен для каждого пользователя после перехода по ссылке. Открывается форма для введения и подтверждения пароля. Сделаем это. И теперь мы можем зайти в админ-панель, используя тот имейл и пароль, который мы только что установили. После входа в админ-панель мы видим пустое меню без возможности редактирования чего-либо. Так как пользователи одни и те же и для мобильного приложения, и для админ-панели была введена система ролей пользователя. На бэкэнде есть 8 разрешений, которые соответствуют доступным админ-панели действиям. Для того, чтобы у пользователя появилось это разрешение, администратор с соответствующими правами должен добавить пользователю роль. Сейчас мы это сделаем для пользователя мобильного приложения. Мы выполним вход в админ-панель с учетными данными пользователя, имеющего все возможные разрешения. На страницах управления ролями есть возможность редактировать как уже существующие роли, так и создать новую роль. Создадим роль для управления компаниями и событиями. После того, как мы создали роль, мы можем назначить ее нашему пользователю. И сохранить. Возвращаемся обратно и обновляем страницу. Теперь мы видим, что у пользователя появилось два новых пункта меню, и он может переходить на соответствующие страницы. Если мы удалим роль, она будет также удалена и у пользователя, после чего он уже не сможет выполнять операции. Рассмотрим весь функционал админ-панели на примере учетной записи администратора. Начнем со страницы управления компанией. Здесь можно создавать новые компании и редактировать текущие. Так как компаний может быть неограниченное количество, на данной странице была реализована пагинация. Также есть возможность изменить количество записей, отображаемых на странице.
Для более быстрого нахождения компании есть поиск по названию. Во избежание случайных нажатий при клике на кнопку удаления будет отображено модальное окно с просьбой подтвердить операцию удаления. При нажатии на кнопку редактирования мы видим форму, где можем изменить название компании и ее краткое описание. Также здесь есть возможность указать список категорий, к которым относится данная компания. Далее идут поля, где можно указать контактную информацию, и также компанию необходимо связать с определенным местом для того, чтобы она отображалась в мобильном приложении и основном экране. Чуть ниже есть зона, где можно добавлять фотографии как с помощью drag and drop, так и по обычному клику. При клике на фотографию можно выбрать основное изображение, которое будет отображаться первым. Сейчас Дима подгрузил новую фотографию и установил ее в качестве главной. Все фотографии сохраняются в Amazon S3 Storage. При удалении какой-либо фотографии или компании в целом, в Amazon S3 также будет удалена данная фотография. После сохранения изменений мы видим, что у DNIT появилась новая фотография, она выбрана главной, и она отображается самой первой. Возвращаемся в админ-панель. Следующая страница админ-панели – это управление категориями компаний. Здесь также можно создавать новые категории и редактировать существующие. Эти же категории являются пунктами меню, которые для фильтра компаний в мобильном и в основном приложении. Поэтому для категории можно подгрузить иконку, которая будет отображаться для соответствующего пункта меню. Следующие две страницы, аналогичные предыдущим, они отвечают за создание событий. Так как они практически идентичны, мы не будем на них отдельно останавливаться. На следующей странице мы можем создавать новые места, в которых непосредственно будет находиться экран с основным приложением. Место нужно указать категорию, к которой оно относится. И последняя страница – это страница управления категориями мест. Здесь мы можем видеть большое количество настроек. Есть три чекбокса. Первый чекбокс отвечает за возможность синхронизации нескольких мест данного типа. Если данный чекбокс выключить, при синхронизации нового места такого же типа старое будет заменено. Следующий чекбокс отвечает за отображение публичных сообщений на экране основного мобильного приложения. И последний отвечает за отображение списка синхронизированных контактов для других пользователей. Помимо этого, для категории места можно подгрузить иконку, которая будет отображаться в мобильном приложении в хедере. Также здесь есть возможность выбрать, какие из категорий компаний будут отображаться в меню для фильтра и компоненты главного экрана приложения. Мы можем для торговых центров добавить новости и публичные сообщения. И изменить, например, пункты меню. Сохраняем и переходим в основное приложение. Выбираем Silver Breeze, который относится к категории моды. И мы видим, что настройки применились, внизу появились сообщения, в правой части появились новости. На данный момент это весь реализованный функционал. Приложение имеет практически неограниченный потенциал для развития. Киллер фичей приложения должна быть система распознавания лиц. На каждом экране будет установлена также камера, которая зафиксирует пол, возраст, внешний вид пользователя, подошедшего к экрану. Если он выполнит синхронизацию с местом, далее это можно уже будет связать с историей его любимых мест, и исходя из этого можно будет показывать более релевантную для пользователя рекламу. В этом и заключается коммерческая составляющая проекта. Также для всех компаний можно ввести рейтинговую систему с отзывами, добавить возможность выполнять заказы непосредственно с приложения. Например, возможность забронировать столик для ресторана или купить билет на конференцию. Обязательно необходимо выполнить более тесную интеграцию с картой для отображения компании в радиусе текущего места. Мобильное приложение необходимо адаптировать для использования нативных возможностей, например, сканирование QR-кода непосредственно с приложения и отправку уведомлений. Теперь хотел бы немного рассказать о технической составляющей приложения и процессе разработки. Бэкэнд реализован с использованием Spring Boot. Приложение состоит из четырех слоев: контроллеры, фасад для конвертирования Entity в DTO, сервис для выполнения бизнес-логики и репозиторий для работы с базой. Для всех слоев приложения с использованием аспектов было реализовано логирование входящих и исходящих параметров, логи пишутся в файлы по дням. Для разработки использовалась база H2, в качестве продуктивной базы выступает MySQL. При работе с базой использовался Hibernate для маппинга классов с таблицами базы и реализации репозитория Spring Data. Для реализации аутентификации и авторизации использовался Spring Boot.
качестве сборщика проекта был выбран Maven. Также использовали G-Unit и Makita для написания интеграционных тестов для слоя контроллеров и юнит-тестов для слоя сервисов. На данный момент процент покрытия бэкэнда тестами составляет 91%, до выходных было еще 95%. Для документации мы использовали Swagger, с помощью которого автоматически была сформирована документация по эндпоинтам приложения. Фронтенд состоит из трех отдельных проектов React для каждого из приложений: админ-панели, мобильного приложения и основного приложения. Для админ-панели был использован Material UI с готовыми компонентами. Для остальных приложений стили писались вручную с использованием SCSS. Также все три фронтенд-проекта используют Redux для управления состоянием приложения. Приложение имеет тесную интеграцию с сервисами Amazon. Сервер развернут на инстансе Amazon EC2 под Linux. База MySQL также размещена на Amazon RDS. И, как я уже упоминал, для хранения фотографий используется Amazon S3. Вы могли заметить, что приложение использует HTTPS протокол. К сожалению, мы не смогли сгенерировать для хоста Amazon сертификат валидный, поэтому использовали сам этот листы. Также для проекта использовалась практика Continuous Integration, Continuous Delivery. GitHub репозиторию был подключен Redis CI. Pushmaster запрещен, при добавлении новой фичи необходимо было из своей ветки создать pull request на слияние с мастером. Каждый pull request проходил ряд проверок. Для бэкэнда выполнялся стайл-чек по конвенциям Google, прогонялись все тесты, проверялся процент покрытия кода. Также здесь выполнялась проверка кода с использованием SnarkLab'а. Для фронтенд приложения использовались линтеры ESLint и StyleLint. После успешного прохождения всех проверок, два человека из команды должны были провести код-ревью, и только после этого была возможность смержить доработку в мастер. После мержа в мастер Трэвис отправлял артефакт сборки на Amazon, где выполнялся деплой приложения. Таким образом, на Амазоне всегда была развернута актуальная версия мастера. Помимо этого, был реализован Slackbot для деплоя приложения на кастомном порту. При написании в чат команды на деплой создается билд Трэвиса, и по завершению данного билда артефакт отправляется также на Amazon, и приложение разворачивается на порту 9001, который отличается от основного порта приложения. Мы использовали данный функционал при передаче pull request на ревью, таким образом проверяющий сразу мог посмотреть реализованный функционал, не переключаясь, не отрываясь от своей работы. Deploy реализован с помощью отдельного приложения Spring Boot с двумя эндпоинтами. Один эндпоинт используется для получения команд-чата и подальшего старта билда в Трэвисе. Второй уже принимает сам артефакт, заменяет его на сервере, останавливает старый процесс и запускает его. Процесс разработки был построен по методологии Scrum. Каждую неделю мы проводили демо с заказчиками и планировали задачи на следующий спринт. Для слежения за статусом задач использовали Trello. И теперь сложности, с которыми мы столкнулись в рамках реализации данного проекта. Первое заключается в отсутствии четкого видения финального продукта и бизнес-требований со стороны заказчика, в связи с чем часто приходилось изменять уже реализованный функционал или вовсе его удалять. Также по ходу реализации появилось огромное количество функций, которые мы даже не планировали при первоначальном анализе приложение. И вторая сложность заключается в том, что дизайн был написан еще до того, как мы начали делать приложение. Для админ-панели и основного приложения дизайна не было вообще. Те макеты, которые были для мобильного приложения, они не совсем соответствовали тем функциям, которые в итоге реализовывались. Поэтому вы могли заметить, что некоторые страницы выглядят хуже, чем остальные, потому что мы вынуждены были сами придумывать дизайн для. Думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Если есть у вас вопросы, будем рады. Там 140 тестов прогоняется для спринга, то это не очень быстро. У нас была сначала идея реализовать полностью билд на амазоновском сервере, но тот бесплатный сервер просто не справился с билдом, он упал, и от этой идеи пришлось отказаться. Еще?
Еще вопросы? Да. А чем вы продаете какие-то соки, например, высоких отвечаний, отвечаний? Что вы имеете в виду СУ? Состояние, там, открыт, завис, внимание, значит, ну, то есть, там просто, там при отправке сообщения, оно сохраняется в базе, после этого пушится в очередь, ну, для месседж-брокер, и потом уже месседж-брокер отдает в сокет, и все слушатели получают это сообщение. Все слушатели, там топик содержит ID-шник чата, и все пользователи чата получают это сообщение. Сколько времени это получается? Ну, это мы делали три недели, нас было, ну, в основном три человека, и плюс остальные участвовали время от времени. Начинали мы в одном составе, закончили совершенно в другом. У нас и добавлялись, и уходили. Ну, в основном это примерно три человека в неделю. А чья идея проекта? В чем это коммерческий проект заказчика. Сама идея заключается в том, чтобы показывать более релевантную рекламу и более релевантные приложения для пользователя, и, соответственно, компании будут за это платить деньги. Когда пользователь уже несколько раз, есть история, что он парень, ему 25 лет, что он часто посещает, например, суши-бары, когда ему будет возможность показать какую-то рекламу именно какого-то суши-бара. Например, для того места, в котором он подписан, но еще не знает, что там есть этот суши-бар. Ну, то есть, да, как основная коммерческая составляющая, это, как сказал Стас, таргетированная реклама, а вообще заказчики – это израильский стартап, партнеры наших соучредителей Donate. Если, ну, то есть сейчас все пойдет успешно, первый пилотный проект планировалось запустить первый смарт-монитор здесь внизу в офисе Donate, то есть если они успешно такие его добьют, доработают, возможно, через полгода вы уже сможете воспользоваться этим приложением внизу у нас в офисе. Да. А как вы собираетесь делать, чтобы были у вас какие-то будущее, есть распознавание лиц, да. Пола, собственно, чем вы собираетесь делать? Ну, есть внешний, мы начали реализовывать с внешним API, который предоставляет данную информацию, мы не собирались писать это руками сами, конечно, это внешний API, но там как-то не сложилось, по мере реализации мы начали им писать вопросы, а потом зашли на сайт и посмотрели, что они изменили свою концепцию, вместо распознавания лиц, они начали подслеживать наличие товаров на полке. Ну и нового поставщика мы объективно оценивали, что к демо финального проекта мы просто не успеем сделать face recognition, и мы этим вопросом не занимались. Где будет храниться вся информация о подписчиках или о пользователях? Ну, она хранится в базе на Амазоне. За какой период? За месяц? За все время. За все время. Там не ограничено? Да. Все время хранится, собирается вся информация. А чем потом обрабатывается эта информация? Само приложение, оно получает с базы эту информацию и как-то ее сопоставляет в зависимости от той задачи, которая стоит. И потом выдает в какой-то структуре формальное хранение данных, и затем уже на самом фронтенде эта структура как-то парсится и мапится в соответствующее название. Какой продукт? MySQL. Ну, пока нет необходимости использовать что-то другое.